Всем доброго денечка, друзья! Вы у меня в гостях на канале Дела Житейские. Перед вами орхидейка под названием Сантос. Это миди-орхидеечка. Ей уже больше 4 лет. Я как раз начала увлекаться орхидеями где-то чуть больше 4 лет назад. И вот это вот моя первая посадочка в керамзит. Сейчас я, конечно, орхидейки свои в керамзит не сажаю, вот, хотя это неплохая посадочка. Плюс этой посадки, что внутри в керамзите не заводится живность всякая, которая нам не нужна абсолютно. Но в моей квартире, несмотря на то, что здесь очень много корней наросло, вот, ну, не прижилась эта посадочка, вот, и я хочу ее пересадить в кору с мхом, вот, и вот посмотрите, видите, в каком состоянии орхидейка, видно по стволику, что она многократно цвела, вот, эта орхидеечка, девочки, ко мне попала уценочкой, у нее была сухая гниль на шейке, я шейку обрабатывала деревом копеечкой, приостановила эту гниль, вот, а что народные средства тоже иногда помогают, если гниль не глубокая, поверхностная, то можно смело пользоваться народными средствами, не обязательно химию применять. Ну вот я эту серую гниль остановила на шейке, ну и она, в принципе, дальше у меня росла. Вот эти вот листики, вот этот вот листочек, вот этот, все вот эти листики, это уже доморощенные. Нижние листья она у меня со временем, значит, отсушила. Вот. Но это орхидейка цветунья, она небольшая, но мне она очень нравится за ее нежный окрас. Я покупала, названия не было, это я уже в интернете нашла, что это орхидеечка под названием Сантос. Вот, ну и кому интересно, как я буду сейчас пересаживать, оставайтесь на моем канале и приступим к пересадочке. Я хочу сказать, еще не знаю, в какой горшок, как я буду садить, что там у нас внутри. Ну, как всегда, я говорю, каждая посадочка, она непредсказуемая, поэтому советы давать начинающим архаманам я не буду, я просто покажу, как буду делать вот в данной ситуации с этой орхидейкой, что буду делать я, хотя сама не знаю, что я буду делать. Итак, приступим. Я внимательно осмотрела эту орхидейку. Сначала мне в голову пришла идея омолодить ее, то есть срезать, значит, вот где я обработочку серой гнили проводила на шейке, вот чуть сверху срезать эту орхидейку, ну и омолодить макушечку и оставить пенечек, потому что на пенечке с такими корнями есть шанс нарастить детку. Но когда я заглянула вовнутрь горшка, вот, и я смотрю, что вот эти вот все корешочки, видите, они все идут вглубь горшочка, то есть по-любому мне орхидейку придется из горшка вынимать. Ну и, конечно, когда оставляете пенек, лучше его, конечно, не потрошить, оставлять его так, как есть, но вот эти вот корни, которые ушли вглубь, вот, я их не выниму, даже когда обрежу стволик, поэтому мне придется потрошить горшок по-любому. Так, я перед этим в блюдечко, значит, напоила слегка корешочки, потому что, видите, они немножечко зеленоватые, сверху сухие. Вот мне почему не нравится, девчонки, керамзит, он сверху очень быстро просыхает, внизу вроде бы, ну, ничего. Если вы даже и надумаете садить в керамзит, то я вам советую еще туда вставлять фитилек. Вот, тогда проблем не будет. Но я это садила первый раз в своей жизни, вот эту посадочку, тонкостей всех не знала. Поэтому, ну вот, как есть, так и есть. Так, аккуратненько сейчас вот так нажимаю на горшочек и стараюсь вынуть оттуда орхидейку. Так, все. Вот.
Сейчас я избавлюсь от этого керамзита. И посмотрим, что там у нас с орхидейкой. Так, цветоносы я пока обрезать не буду. Я буду смотреть по обстоятельствам. Надо будет нам избавляться от цветоносов или не надо. Ну, в общем, сейчас я это весь керамзит выниму отсюда. Так, девчонки, промыла я корешки. Распутать я их не смогла. И убрать весь керамзит тоже. Но я пока и не пыталась это делать, потому что, когда я стала мыть орхидейку, начала вырисовываться картина. Вот сейчас я вам покажу поближе. Вот видите, вот она, гнилая шейка вся, она сгнила. Тут корешочки тоже, которые от нее отходят, они все сгнили. И поэтому, прежде чем отпутывать этот ком, я состригу вот эту шейку, вот до сих пор, вот это гнилье, а потом буду смотреть, что дальше делать. Вот я вам поближе покажу, видите, какая картина. Вот это вот все я срежу. Так что, если бы я оставила пенек, девчонки, ну, вряд ли бы он мне дал детку, потому что тут, в принципе, не за что зацепиться в этом пеньке. Ну вот сейчас возьму секатор, я его обработала антисептиком, обязательно это надо делать. И вот где-то, сейчас посмотрю, вот в этом месте, для начала в этом месте, вот я его срежу. Все, срезала, девчонки. И вот видите, вынуть я его не могу, потому что он там запутался в хороших корнях. Вот сейчас буду потихоньку его оттуда распутывать. Так. Ну вот, обрезала я вот эту попку. Вот. Вот что осталось. Видите, сейчас я вам поближе покажу. Ну, картина тоже не очень хорошая. Хотелось бы и вот это вот срезать. Но прежде чем вот это срезать, надо распутать все-таки все корешки и посмотреть от шейки, какие корешки идут. Может быть, вот этот вот пук хороших корней. Так вот, поэтому придется тогда это все оставить. Ну, или частично срезать. А если тут как бы ничего такого нету, за что можно было бы зацепиться, то отрежу вот эти корешочки. Вот, поближе вам покажу, видите? То есть хотелось бы вот эту всю черноту срезать. Но для этого надо... Ой, что-то камера не фокусируется, вот. Но для этого надо все корешочки распутать. Так что буду путать, это, девочки, ювелирная работа, поэтому камеру отключу. Ну вот, девочки, все корешочки распутала, так. Сейчас вам покажу поближе картину. Посмотрите, все корни, которые идут вот от этой шейки, хотя шейка вроде как некрасивая, вот я вам ее покажу поближе, видите, какая. Но все корешки, которые от нее идут, они все хорошие. Поэтому здесь особо обрезать больше нечего. Единственное, что я сделаю, я пообрежу вот эти вот старые цветоносики, гнилые корешочки, где есть, пообрезаю. Вот. И зачищу шейку по максимуму пинцетом вот от этой черноты. Вот, сниму вот эти вот все чешуйки у стволика, вот, и сейчас покажу тогда, что будет. Ну, вот сейчас вот это все посрезаю, вот это вот сухое, гнилое зачищу, вот, и вот эти чешуечки на стволике. Ну вот, я шейку по максимуму от черноты всю срезала, старые цветоносы пообрезала. Ну и теперь, наверное, надо вот от этого листика избавиться. И, наверное, от этого листика. Вот сейчас буду удалять этих два листика. Ну вот, почистила всю шейку, сняла этих два желтеньких листочка. Вот что у нас получилось. У нас получились корни вот с одной стороны, все остальное было гнилое. Ну вот, почистила как смогла. Так, теперь я возьму перекись водорода, и сейчас все вот эти срезанные места и вот эту вот шейку, не попадая на корешочки, я все это обработаю 3% перекисью водорода.
Подобрала я для орхидейки горшочек двойной Артея. Вот. Многие сейчас скажут: Светлана, надо было вот эти вот все корни обрезать и орхидейку омолаживать. Вы знаете, я об этом думала. Ну, во-первых, мне срезать эти корни, ну, жалко, они, значит, рабочие, все хорошие. Как говорится, пересадить всегда не поздно орхидейку. Но дело в том, что я хочу обратить ваше внимание. Обычно, вот я сейчас, смотрите, цветоносики и значит, по порядку выпускают свои цветы. Вот из этой пазухи, потом следующая эта пазуха, потом вот тут вот она была, высохла, вот здесь, и вот следующая вот эта пазуха. Так? Получается, если цветоносик вышел отсюда, и вдруг орхидейка захочет дальше нарастить цветонос, а не листик, она может не выпустить цветонос вот отсюда, из точки роста. Если она мне выпустит отсюда из точки роста цветонос, вот с такими корнями и вот с такой шейкой, у меня есть шанс, что она еще даст детку. Поэтому, девчонки, я омолаживать ее не стала. Просто пообрезала, сделала короче шейку и посадила. Ну, не получится, так не получится. Пересадить и вот это все обрезать никогда не поздно. Лучше не торопиться. Вот попробую, значит, вот этот вот горшочек взяла двойной Арте. Еще вовнутрь вставлю фитилечек. Но прежде чем усадить орхидейку в горшочек, я шейку хорошенечко обработаю деревом копейкой, или как ее там называют, красула. Я вот так вот разрезала листочек, взяла кисточку. Кисточку берите жесткую. Вот так вот хорошенечко мочу кисточку в соке дерева копейки. И вот так вот хорошенечко, не жалея, вот, буду смазывать всю шейку вот эту вот. Вот. Не жалея. Можно даже вот так вот прямо листочком намазать. Вот. Эти места я так и сделаю. Там, где есть возможность подлезть, лучше это сделать вот так вот сразу свежим листочком. Вот. Ну что, все хорошенечко смазала. Сейчас дам шейке подсохнуть. А в это время я сейчас засуну фитилек в горшочек. Покажу, как я это делаю. Ну вот, девчонки, внутри горшочка есть отверстие. Вот через эти отверстия я вставила фитилек. Фитилек должен быть и синтетический. Это могут быть, значит, шнурки обыкновенные, веревочка, потом старые колготки можно, женские капроновые порезать. В общем, все, что хорошо впитывает в себя влагу. Вот я через эти отверстия всунула и прищепочкой вот так вот к стеночке зацепила. Это я делаю для того, что когда буду усаживать орхидейку в горшочек и укладывать туда посадочный материал, вот, чтобы наш фитилек туда вглубь не провалился. Вот так вот, видите? Ну что, значит, что я буду, наверное, делать? Я, наверное, сделаю, может быть, да, наверное, вниз я положу ее родной керамзит. Вот, сверху усажу хорошенечко орхидейку. Ну и, наверное, засыплю ее корой. Мох, не знаю, добавлять или нет. Ну, наверное, вот с этой стороны у меня будет фитилек, а с этой стороны я уложу мох. Почему мне нравится мох? Девочки, удерживает влагу, раз, и у него антибактерицидные действия. Поэтому, наверное, я все-таки немножко мха сюда тоже положу. Сильно много мха ложить не буду, потому что наша орхидейка до этого сидела в керамзите. Керамзит – это сухой материал, и сразу нашей орхидейке давать влагу нельзя. Ее надо постепенно к влаге приучать, потому что иначе наши корни сгниют. Ну что, сейчас попробую усадить нашу орхидейку в горшочек.
Ну вот, девочки, усадила я орхидеечку в горшочек. Шейку я не заглубляла, потому что я вам говорю, вдруг она надумает мне детку пристволовую дать. Это во-первых. Вот. Во-вторых, она такая, сами видите, не очень красивая. Вот. Поэтому, чтобы не попадала влага при поливе, я ее не заглубляю. Ну вот пока такая посадочка. Еще вот, вот видите, я на вот эту кучку, значит, корешков положила фитилек, чтобы питал. Фитилек ни в коем случае не должен прикасаться к шейке, иначе шейка загниет, шейка не любит влагу. Ну и внизу я положила ее родной керамзит, вот поближе покажу. Вот, керамзит, девочки, не мыла, чтобы поставить ее родную микрофлору. Посмотрите, видите, некоторые корешки потрескались. Вот, это говорит о том, что первых два дня желательно орхидейку не поливать. Пусть затянутся все ранки, вот, а потом уже после посадочки можно будет полить орхидейку. Ну вот, смотрите, вот так у нас получилось. Сейчас я буду туда закладывать кору. Так, что будем делать? С этой стороны у меня фитилек, а вот с этой стороны я положу мох. Мох влажный. Ну так, чисто символически. Так, посадочка не должна быть плотной, она должна быть рыхлой. Самое главное, чтобы орхидейка устойчиво держалась в горшке. Но она у нас за счет корешков очень хорошо держится в горшке. Так, вот здесь у меня есть, значит, куда положить кору. Так, кора у меня здесь разная. Есть крупная, галтованная. Так. Вот, я ее положу туда под низ. Крупную кору ложим на низ. Вот видите, какая. Вот. Крупную кору. Так, можно и с боков ее вот тут вот так вот уложить, чтобы получше зафиксировать нашу орхидейку. Вот. С этой стороны. Вот, аккуратненько все делаем. Так, туда. Так. Среднюю кору тоже туда укладываю. Большую, сухую оставим, чтобы под самую попку положить, чтобы попку закрывала. Так, теперь кора помельче. Вот. Так. Вот под попку положу. Вот. Сюда под попку. И вот эти вот корешки, не дотрагивая шейки, я вот так вот прикрою мхом. Так, беру.
Ну, вот такая посадочка у нас получилась. Внизу керамзит. Здесь у нас внизу крупная кора, по бокам крупная. В серединку положила крупную, под попку положила крупную кору. Вот, с одного бока у нас будет фитилек, с другого у нас, вот здесь вот у нас мох, а с этой стороны у нас фитилек. Ну и сверху прикрыла вот эти воздушные корешочки мхом. Ну вот и вся посадочка. Вот, поливать я буду через 2 дня, чтобы затянулись все ранки и не загнивала потом наша орхидейка. Вот. Многие спросят, почему я не обрезала цветонос. Девочки, пока не буду трогать, пусть цветет, завянет так завянет. Дело в том, что я боюсь, чтобы она мне не пустила вот после этого следующий цветонос. Надеюсь, что она мне даст листик вот здесь. То есть начнет наращивать листочки. Корней у нее хватает. Я думаю, что сил у нее есть, она должна справиться. Ну, если она уже мне даст цветонос с точки роста, ну что поделать, будем тогда ждать детку. Ну, на этом посадочка закончена. Если вы досмотрели это видео до конца, значит, мы с вами на одной волне. Вот, значит, вам это интересно. Спасибо, что досмотрели. Жду вас на своем канале. Всем здоровья, любви и счастья. Пока-пока!